Доброе утро. Здравствуйте. Мама у меня в гостях, стирать пришла. Сейчас будем пить чай. Тут Елизавета завтракает у нас. Так, сейчас будем, что будем завтракать? Будет кто-нибудь бутерброды со шпротами, со сливочным маслом? Что-то сегодня так захотела, шпротов купила. А что? А, это для куртки? Да. Надо куртку. Булочка с ниточкой. Зашить. Леруся, мы с тобой будем что? Суп? Лапшу? Так, печенье надо пока убрать. Купила Мираторг окорок сегодня. Сегодня, Лера, будет твои любимые макароны. Давно не ела? Да. Соскучилась? Не очень-то, она и соскучилась. А что ты хотела? Макароны сделаю сегодня с гуляшом? Ага. Вон, сварили гречку, так ее никто не ест, я ее одна ела. Нет, дед гречку любит, я люблю тоже гречку, она ест. Нет, она вообще не ест ни в какую. Да и Милена не очень. Да, любила же она. Ну, что-то вот как-то не очень, не хочет ни в какую. Я люблю вот эти рожки маленькие. Такие. Вот я вот такие вот сейчас беру рожки, у меня Милена от них в восторге вообще, ну, ладные. А я, ну, у тебя такие пачки, а я беру на вес. Вот эти зашки хорошие. Хорошие, да, да. Там еще меньше, не развариваются. Вот эти тоже. Такие хорошие, вот я люблю такие. Дед говорит, ну что ты говорила, здесь вилки их не поймаешь. Ну, мне они вот, так нравятся. Вот. Это хорошо, они не слипаются, ничего, да. И чуть-чуть сливочного маслечка, и очень вкусно все получается. Сейчас, доча, будем. Сейчас чайник вскипит. Что-то я Лере перепутала сегодня утром. Переодевала, умывала и одела свою футболку. Думаю, что-то ворот какой-то широкий. И перепутала. Ну ладно, чего ж, одела пускай. Ты что меня лежишь? Жанна у нас тут с утра. Девочка. Что ты меня укусила? Зачем ты меня укусила? Ты зачем меня укусила? Ты зачем меня укусила, медведь? Точно медведь. Так, печенки еще купила к чаю. Сухарики там с изюмом. Мам, ты же будешь чай? М? Чай буду. Сейчас будем чай пить. Сухарики с изюмом. 100 лет не брала сухарики. Это сегодня Лере нужен. Вот такой талицкий йогурт с клубникой и желе. Видала у меня снеговик какой? Видала. Красивенький. Что там еще? А, точно. Мы вчера продали прихожую. Лера показывает, не пойму, что показывает. Вот видите, у нас теперь тут что. Я ее начала продавать где-то 1,5 месяца назад. Выложила объявление. Так как я уже рассказывала, эта стена у нас будет ломаться в будущем. Вот. И вчера люди позвонили, приехали и тут же ее забрали. Я вчера не знала, куда все вещи распихать. Ну, вроде рассувала, сегодня еще наведу порядок. И здесь у нас оказалось 2 гвоздя. Непонятно откуда. И такие еще гвозди-то, смотрите, хорошие. Я не пойму, что они тут вообще. И вот у нас теперь тут папина курточка висит и Лерина. Так что вот. Распихали вчера, куда смогли. Коробки с обувью положила к Милене в кровать. У нее же там тоже есть полка. А-а-а. Короче, там, нет, где голова у нее. Там у нее... Ну, так отодвигается, там глубокое-глубокое. Туда можно одеяло, подушки, хоть что складывать. Вот так вот. Видишь? А, вот. Вот для чего швабру-то я и покупала же, чтобы да, это. Да, 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 а вот здесь вот у нее, вот, этот вот шкафчик. И вот я вот туда, да. Ну, мама сейчас заполнила пока. Ну, я вчера Милене говорю, Милен, можно я положу? Она такая, мама, я говорю, ну, сейчас купим какую-то мебель, я сразу все заберу и уберу. Не хочется, да? Да, конечно.
Ау. Да-да-да. Не хочет? Что, дочь? Это стирает или нет? Стирает, конечно. Как тихо. Ну, она тихо стирает, да. Когда сегодня на улицу? Сегодня на улицу. Нет, какая улица сегодня? А завтра вообще 18 градусов. Мы сидим с мамой, пьем цикорий. И положили в цикорий сгущенки. Смотрите, что происходит. Кто-нибудь когда-нибудь видел такую реакцию? Прямо в цикории кипит сгущенка. Это как вообще такое? Прям видно вот это все. Ой, как... а сверху ты посмотри, как сильно, прям все сильнее и сильнее. Да, это как вот объяснить? И у меня вот в стакане. Почему такая реакция? Вот прям видно. Ну и сбоку видно, а сверху так вообще. Вот посмотри у меня, Настя. Посмотри, как бурлит. Как будто закипела каша. Посмотри. Смотри, как сильно. Никак не сфокусируется. Ну-ка, сфокусируйся. О. Капец, это что такое? Это что за явление такое? Кто знает? Вулканизация какая-то. Кто знает, напишите в комментариях. Кто-нибудь такое видел вообще? Я, если честно, первый раз. Ты не боишься пить? Не знаю. То потом, может быть, из туалета не выйдем. Да нет, я каждый день пью вот этот цикорий. Ну, так не кипела? Я ни разу не замечала. Может, ты сгущенку такую купила? Ну, я со сгущенкой, я ее уже допиваю. Я ее уже дня 4. И мы ее вчера с блинчиками кушали. Нет, сгущенка-то хорошая, она жирная, настоящая, прям желтая. Каждый день, утром и вечером, да. И такого не было. Не было. Ну, может быть, я не обращала внимания, размешала и пью. А сейчас мы с тобой начали смотреть. Я, может, не обращала внимания, налью, да пью, сижу, не заглядываю в стакан. Может быть. А сейчас вот обратили прям внимание, ничего не понимаем, что происходит. Ну вот она прям не успокаивается, она прям кипит. Интересно, так красиво. Так красиво смотрится. Мама взялась зашивать Лерину курточку. Я уже говорила 100 раз, что зашивать я не умею. И, ну, не то чтобы не умею, но я не могу. Вот знаете, ты, когда человек не может себя заставить что-то сделать, вот это как раз... Зашивать. Я люблю готовить, убираться, там, стираться. Ну, вот зашивать это не мое. А мама у нас любитель, конечно, таких делов. Потому что все рвете. Потому что все рвем и деваться некуда, да. Так что вот мама зашивает, сидит. Зашиваю. Очки не взяла. А, так у Вовки есть очки, они тебе не подходят? Не подходят. Вы же у тебя дома все время одни и те же одеваете, и они как раз... Раньше были. А сейчас у меня свои очки, я в своих тоже плохо вижу. А в больницу боюсь идти. Ну, сейчас в больнице нечего делать, мне тоже надо в больницу идти-то. Мы вчера, кстати, с Лерой звонили этому терапевту, ну, и так и не дозвонились. Ну, по крови-то уже 1,5 месяца прошло. Слушай, в самом деле, да, это как-то, так не может же быть. Да, и это... И мы вчера до нее не дозвонились, у нее автоответчик включается, и все, и трубку никто не... Оставьте свое сообщение, ой, оставьте сообщение. Ужас какой-то. Ну так а что, она, видимо, тоже занята, сейчас только больных все бегают. Тебе Федя вчера звонил. У них уже 9 дней это было, 9 да? дней вот у них прошло уже 9 дней. Сейчас реву. У нас с Юрием уже прошло 40 вчера. Да, уже Юре 40. Юра, это тоже он. Это мой родной племянник. Да, вот который у нас, наши зрители знают, который смотрит. Мы все из Молдавии, да, поэтому просто он жил в Москве, он умер в Москве, а так мы все с Молдавии. Да. В Молдавии у нас много родней. Вот так вот сейчас Федя говорила, все почти болеют там. И все родственники болеют. И какой исход будет, не знаю, уже двоих уже нет. С Молдавии именно. И какой будет дальше исход, не знаю. Ждем каждый день звонок. Зазвенит телефон, так я боюсь даже трубку брать.
что опять еще что-нибудь скажет. Так я уже говорю, последнее время мама мне звонит, если время после 9 вечера. Я уже поберу трубку и говорю, мам, что опять случилось? Да, уже... уже боимся, сами уже боимся. Ну вот не знаю, вчера поговорили с Федей, а он у нас больной тоже. Но он вроде переболел ковидом. Сейчас говорю, как себя чувствуешь? Он плохо. Вставать утром вообще неохота, слабость сильная в ногах. Говорит, ну более-менее. Но говорит, он переболел уже, да? Он переболел, он лежал 2 недели. Вот он выкарабкался. А Лиля вот 3 недели и все равно умерла. Катюха 2 недели. У нее дало осложнение на уши. Теперь Федин сын заболел, у него дочка заболела. Дочке всего 15 лет. А вот она ковидом болеет сейчас, лежит в больнице. Плохо ей. Сын Юрин, который умер в Москве, сын заболел. А у него двое детишек. Короче, болеют, все болеют там. Вот уже и страшно прям становится. В общем, все у нас родственники с Молдавии, все болеют. Все болеют. Все. Вот и прямо... малые, и пожилые. В Молдавии, говорят, вообще критическое очень состояние. Говорят, дети не болеют, не болеют. Вот там дети да, болеют. Да, там, говорят, Вова у меня смотрел новости и говорит, что болеют там. Тук-тук-тук, кто пришел? Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка пришел, Мороз. А подарки нам принес? Подарки вам принес. Угу. Вон тебе тут подарочки наготовили. Угу. Сейчас надо сегодня не забыть за морковью заехать. Заедешь, заедешь. Я и сделала с яблоком пюре. А на морковку. Сегодня без морковки обойду. Такой у нас сегодня обед. Макарошки и тушеное мясо. И у Миленки с морковочкой. Папа у нас кушать не хочет. Наелся, назавтракался, до сих пор не голодный. Мы сейчас с Лерусей и с Миленой будем кушать. Милен! Айда кушать, покажи этот значок, дочь, принеси. Вчера у них было посвящение в гимназисты. И значок, значит, им дали. Видео такое было. Я, может быть, вставлю вам какой-то небольшой фрагментик сегодня, покажу. Покажу. Милена в шапочке ходит в новогодний. Вот такой вот брелочек. Виват гимназия, живи, мечтай, твори. Вот теперь такой значок. На левой стороне они носят это как обязательный теперь у них атрибут. Вот. И вот такая вот галочка. Теперь носят и галочку, и значок. Если носим форму, сюда перекалываем. Если в рубашечке, то сюда. Приехали на почту, Вове пришло какое-то заказное письмо, судебное. Вот, пошел узнавать, что за письмо. Ну, это, наверное, скорее всего, будет по поводу прав. Он еще с правами, ну, как я уже говорила, штраф на госуслугах уже есть, но прав еще не решили, еще не было постановления. И вот, может быть, это даже и постановление пришло. Эй, девочка, Милена. Милена дремает, лежит. Сейчас, наверное, съездим, заедем в фикс прайс. Милена, что нам там в фикс прайсе-то надо было? Сегодня погода хорошая, солнечная, но морозно. Минус 15. А так прям хорошо. Солнышко сегодня днем хотели погулять. Лера просилась. В фикс-прайс надо было заехать, мне игрушку купить. Пишите мне в комментариях, что Настя, ребенок просится гулять, а ты ее игнорируешь. Я не игнорирую, я смотрю, во-первых, по погоде,
Вот, потому что нам-то тепло, нам хорошо, мы ходим, двигаемся, а ребенок сидит в коляске, соответственно, ей холодно. И вот так вот на 5-10 минут выезжать, куда-то ехать гулять, чтобы она через 10 минут околела вся, мне как бы это тоже не надо. Вот, я с удовольствием всегда с ней гуляю, мне самой нравится куда-то выезжать гулять, но когда погода не позволяет, естественно, мы сидим дома. А в огороде она гулять не хочет. Как бы огород — это не ее стихия, ей именно надо куда-то выехать, чтобы гулять, чтобы были люди. Она как раз очень любит, чтобы вот какая-то была такая суета, а не то, что мы там вышли в огород, и она просто в этой коляске сидит и не знает, чем заняться. Вот, поэтому мы всегда выезжаем куда-то или на горнолыжный курорт, или куда-то на озера гуляем, чтобы были люди, чтобы можно было куда-то смотреть на какую-то природу и так далее. В огороде как бы гулять нам совсем не интересно. Поэтому, конечно, я все понимаю, надо свежий воздух, надо гулять. Но когда такая температура, там минус 15, там минус 11 и ветер там, да, то вы сами поймите, что в коляске будет совсем некомфортно сидеть и там ездить гулять уже совсем будет. Гулянка — это не по кайфу, а будем просто напрягаться, мерзнуть и все. Поэтому, как будет теплая, хорошая погода, мы обязательно ездим и всегда гуляем. Птицы улетели. Ничего. 22 декабря будет суд в 15:00. Опять? Еще один? Да. Это уже по обжалованию? Суждение обжалованное на постановление. Это до юристки до этой так и не дозвонился, да? Дозвонился. Вчера. Дозвонился? На суде она была здесь. Какой счастливый ребенок идет по дороге фикс прайс. Вот это же фикс прайс. Ну. Давай быстренько. Ты что хотела-то? Слаймы, что ли? Давай побыстрее, папа там нас еще полчаса будет сидеть ждать машину. Давай, смотри. Выбрала Милена такую штучку себе в фикс прайсе. Это яйцо, оно гипсовое, гипсовая фигурка. Здесь, значит, входит в набор еще 6 разноцветных маркеров и такая фигурка. В общем, короче, у меня будет яйцо вот таким цветом. Черное, что ли? Яйцо-то не надо красить, яйцо должно быть белое. Почему? Вот смотри, девочка, как вот раскрашивает. Ну, некрасиво. А яйцо белое, а вот он как будто из яйца, допустим, вылез. Да, такой. Яйцо можно оставить белое. Глаза красные. Яйцо красивое будет, если его разукрасить. Подожди! Давай я тебе помогу, подожди. Папа тебе поможет, и будет красиво намного. Красный сделаю. А что, у динозавра красные глаза, папа? Нет, это же динозавр. Другим. А у динозавра красные глаза? Вот, голубенькие. Ну, некрасиво будет. Красные глаза. Ты... Он страшный такой, якобы. Да нет, он добрый, мам, динозаврик. Пап, у нас динозавр добрый. Это у тебя злость с красными глазами. А у нас с голубыми блондин. Давай желтый тогда зрачок. Желтый зрачок. Красный пупок. А почему они не пишут? Они должны очень хорошо писать. Мы сейчас в машине проверяли. Пап, ты сейчас ему глаз выберешь. Какой сухой. Что-то сухой. Ну-ка, Милена, другой дай. Мы сейчас в машине проверяли. Хорошие были. Нет, давай красный. Все-таки да, да нет! Нет! Блин! Да. Вот, видишь, какой яркий. О-о-о!
был красивый. Теперь другой. Да, все. Ну так-то красивое яичко. Подожди, вот еще глазик. Какой глазик? А это зрачок? Нет, нет, там у него нет глазик, он нет. Же бог. А, больше нет глазика. Да подожди, да, сейчас да, они... дай я когти нарисую. Это не... Да дай черные когти. Сейчас они когти. Разобьют это яйцо, я чувствую. Я черные когти, а ты все остальное. Ну что, получается, совместными усилиями папы и Милены получается такой зеленый динозаврик. А яичко решили белым оставить? Да? Да. Слушай, у тебя есть этот учебник математики за первый класс, а? По математике. Белочка с грибочком. Моро, Волкова и Степанова. Вот, вот смотри, у Даши, Оли и Кати живут кошки. По одной у каждой девочки. Все кошки разного цвета. Белого, серого и черного. У Даши и Кати не черные. У Кати не белые. А про Олю вообще ничего не сказано. А почему у Оли-то ничего? Слушай, у Даши, у Оли и Кати живут кошки. По одной у каждой девочки. Все кошки разного цвета. Белого, серого и черного. Серый, черный, еще какой? И белый. Все ясно, дальше. У Даши и Кати не черные. Угу. У Кати не белая. Угу. Катя-то серая. Привет, Люд. А Оля-то что-то вообще не сказано. Какого цвета кошка у Даши и у Кати? Вот такое вот вчера, после моего грустного видео, слезного такого, печального, прислала мне моя племянница с сестрой, которые живут в городе Сочи, чтобы я посмотрела на эту красоту и успокоилась. Спасибо им огромное, это на самом деле очень действует. Море всегда оно успокаивает.